Папа у нас уехал по делам в соседний город. Звонит, чтобы поговорить со мной и с Максимкой. Со мной поговорил, трубку берет Максимка. Кусочек их разговора. «Максик, а ты маму без меня слушаешь?» «Не очень. Она, наверное, расстраивается». «Да. А хочешь, чтобы мама была счастливой?» «Ага. А что для этого надо делать тебе, как думаешь?» «Слушаться тебя, маму, стараться вас не расстраивать и не злить». «Постараешься слушаться?» «Постараюсь». Потом они пошутили о чем-то, весело поболтали. Трубка положена. Максимка подходит к бабушке. «Бабушка, а ты хочешь быть счастливой?» «Конечно». «Тогда слушайся меня и маму, и не зли нас». Бабушка даже кушать перестала. Ребенок решил на бабушке прорепетировать, что значит воспитывать. Муж несколько дней очень просил, чтобы я подстригла Максимку. А я не умею стричь крутящуюся голову. Я попыталась это объяснить. Но меня заверили, что я большая умничка, недооценивающая свои таланты. Я в это поверила. Засучила рукава, посадила Макса и... Потом Макс долго смотрел в зеркало с такой печальной гримасой. «Мам, что-то не очень». «Я хочу волосы, как у папы». «Максик, я, конечно, и папу могу так подстричь, но он не дастся. Больше вариантов нет стать как папа». Вот такая печальная история. Муж пришел с работы и обомлел. Весь вечер сынишку по головке гладит, но я думаю, что через пару недель будет почти незаметно. Еще один казус. Папа вызывает такси. Пушкина 10, второй. Макс с игрушечным телефоном вторит. Пушкина 10, красную. И ждет, что пришлют ему красную машину. Он же ее вызвал. Рано утром. Первым вскакивает Максимка часов в 6 утра. И громко кричит. «Мама, вставай, мы выспались!» Мама не в силах разлепить глаза. «Угу!» И спит дальше. Максик переходит к решительным действиям, стаскивает одеяло, дергает маму за футболку, открывает принудительно глаза, тянет руку. Потом, поняв, что не получится разбудить, бежит к стулу, сдергивает мамины спортивные брюки, несет их в кровать. «Мама, одевай колготки», придумав более знакомое название спортивкам, кидает их маме и бежит обратно к стулу. Хватает бюстгальтер и несет тоже к кровати. «Мама, одевай Глубоко задумался над названием. Мама открыла от любопытства один глаз. Интересно стало, что держит ребенок. Увидев в руках личную вещь, открыла второй глаз. «Мама, одевай эти бусы!» Радостно придумав название, прокричал Максимка. Мама хохотала минут 20 над смышленностью своего ребенка. Кстати, эта личная вещь в нашем доме так и называется до сих пор бусами. Максимка. «Мама, я кашу, если буду много есть, я стану как папа. Большой?» «Да, ты вырастешь и будешь большой». «А иголки тоже на лице вырастут?» «Это щетина называется. Так борода растет. Будешь бриться, как папа». «Я кашу есть не буду». Максимка играет в соседней комнате с бабушкой. Весело там, смех слышен. Вдруг прибегает ко мне, глазенки выпучил и кричит. «Мама, дай быстрее чаю запить, я бабушкой подавился». Максимка с честной и милой мордашкой баловался. Я сделала замечание. На минуту замер. Опять балует. Делаю второе замечание. Тишина на 2 минуты. И опять шалит в ударе. Мне надоело, я говорю строго и серьезно. «Макс, если ты сейчас не перестанешь, я тебя накажу». Сидит тихо. Я занялась своими делами, шум сзади нарастает. Я понимаю, что пора наказание обещанное выполнять, и резко поворачиваюсь. Макс тоже понимает, что перегнул с непослушанием, и так заискивающе подбегает ко мне, ладошкой мне рот прихлопнул и жалобно: «Мам, упокойся!» Я хохотала минут 15, правда упокоилась. Но игры Макс сразу поменял. Молодец, смог сбежать с наказания.
Всем еще раз огромный привет. Хочу в заключение пару слов сказать. Сняла я 3 части «Перлов Максимкиных», как и обещала. Надеюсь, они были интересны. Единственное, я так и думала, что будет постоянно звучать вопрос, где же Кузя. Потому что кот Кузя, он во всех 3 частях фигурирует. Действительно, у нас был этот котик. Он у нас прожил 3,5 года. Мы его в год где-то кастрировали и очень хотели, чтобы кот был домашний. Но в отличие от нашего Степана, Кузя не хотел быть домашним, он очень любил улицу. И когда у нас однажды отключили свет, он от нас просто сбежал и, погуляв часик, вернулся домой. То есть он, когда убегал, прекрасно знал, куда он побежал. Он на каждом окне сидел и хорошо уже знал, что у нас перед домом, какая территория, какая за домом. И таким образом он стал у нас уличным. Но благодаря тому, что был кот кастрированный, то на улице он просто гулял, бегал за бабочками, ловил голубей. Ну, в общем, такие кошачьи радости испытывал. Кот был очень преданный, очень верный. По фотографиям это видно. Он был как собака. Максимку любил с нами, со всеми спал. Меня просто обожал. Он был у меня как второй ребенок. У меня есть такая проблема, мне нельзя заводить животных, потому что я их очеловечиваю. К сожалению, с Кузи произошло то же самое. Для меня он был такой же член семьи, но многие девочки, даже мальчики некоторые тоже, также относятся к животным, и когда с ними что-то происходит, это очень болезненно, что после таких ситуаций понимаешь, что лучше не заводить вообще животного, потому что терять очень больно. Кузю любили абсолютно все соседи. Он был, каждого провожал на работу вокруг дома, к каждому заходил в гости. Но кто-то не любил. Были люди, кто не любил животных вообще. И в один прекрасный момент у нас во дворе отравили сразу почти, ну, нескольких котов. То есть вот так получилось, что Кузя был среди них. Очень тяжело и болезненно мы перенесли. И сейчас вот даже фотографии, когда мы подбирали с Максимкой, Максимка плакал навзрыд, потому что воспоминания тяжелые, кота очень жалко. Его нету уже больше 2 лет. Но такая память, знаете, вот как вот члена семьи, если потеряешь, то вот так же больно. Не хотели никого заводить, но так получилось, что у нас теперь есть Степа. Он на меня смотрит с форточки. Да, Степа? Вот. Ну, также Степу теперь любим. Но Степа, конечно, с другим характером, но у него свой интересный характер, любим мы его. Про него тоже очень много роликов снимаю. Фотографий меньше, я сейчас больше ролики снимаю. Вот, ну, рассказала, потому что каждому писать отдельно в комментарии, что случилось с Кузей, я не буду. Решила так, что именно случилось, я знаю, но не буду об этом говорить, потому что это больно, горько. И людская ненависть порой доходит до маразма, и когда люди вот так вот относятся к животным, это очень горько. Потому что беда была у многих семей во дворе. Умерли несколько котов, отравились, и, ну, что им там дали, и умерли. Вот. Но все-таки ролик с перлами, поэтому огромная просьба все-таки сосредоточиться на перлах. Хотя я рассказала в комментариях, пожалуйста, не пишите о грустном, пишите то, что вот было лучше, хорошего. Те, кто ставят минусы. Меня, кстати, минусы очень удивили. Посмотрела не так много народу первый ролик. Вы знаете, бывает, листаешь каталог Avon. Ну, чего ты там делаешь? Ну, просто листаешь. Ну, может быть, там немножко трудится спина, что стоишь неудобно. И тебе там 1-2 минуса поставят, 20 тысяч посмотрят. А тут про ребенка, как он там смешно говорил. Какой-то труд я приложила, чтобы фотографии подобрать. То есть вот сидела несколько суток, чтобы вот сделать такой ролик. И минусы ставят. Меня это так удивляет. Вот это меня очень удивило. Не ожидала я, конечно, что даже ребенку будет. Или вот каким-то там смешным моментом. Единственное, может быть, это дети. Ну, ставят и ставят, ладно, ведь это же все-таки раз есть оценка плюс-минус, ну, ничего страшного. Кто-то плюсы, кто-то минусы. Ну, надеюсь, было интересно. Спасибо всем за внимание. Всем до новых встреч. Всем пока. Увидимся в следующих роликах.